Приветствую, друзья мои, с вами Бамбу и вашему вниманию вот эта замечательная флейта. У нее есть имя, называется Тамаши на японском, это означает душа. Флейта из такого прекрасного корневого бамбука, очень плотного. У флейты широкий канал, множество таких колец бамбука внутри, полноценная такая вот трушная, как сейчас модно говорить, хочику. Значит, конечно, эта флейта прям вот либо, так скажем, на вырост, на многие годы погружения и практики, либо для вот, ну, то есть человека, который уже имеет опыт и сможет уже в первые, значит, моменты контакта уже сразу понять, что это за мощность такая, да. Я уже сыграл на этой флейте, сделал такую запись, которая очень многим понравилась, и какой-то был ассоциация с Ватадзуми. И сразу к этой флейте присвоилось такое определенное, вот, ну, как бы проецировалось с ней такое вот, что она звучит вот именно так, да, по-ватадзумевски. Но на самом деле, это опять-таки, вот тоже я всегда рассказываю об этом, что это во многом зависит от, ну, какого-то настроения, как это играется, от какого-то импульса, от какой-то спонтанности. Но это не означает, что флейта звучит там, скажем, именно так. Хотя вот такие возможности продемонстрированы, да, взрывные такие, значит, сочетание звуков. Но при желании, конечно же, на флейте можно играть и мягко, и спокойно. Для этого, собственно, ведутся месяцами, иногда и годами, вот эти вот настройки, эти прочувствования, эти обыгрывания и так далее, и так далее. Вот, то есть все зависит от того, как на флейте играть, да? Например, такое, да, настроение, опять-таки, из того момента, который есть сейчас. Вот. Это может быть еще более медленно, еще более плавно, еще более, так сказать, вот, расплывчато. А может быть ветрено, да, то есть это можно играть. То есть, да, вот таким способом. То есть это все просто те возможности, которые инструмент может в себя вот как бы вместить. Вот. Но, наверное, да, все-таки можно согласиться, что это действительно такой, можно сказать, вот мужской инструмент. И действительно там есть какое-то то, что было у Ватадзуми, вот это вот, да. Здесь все это возможно и более чем.
Вот. Но, повторяюсь, есть и возможность играть очень спокойно, мягко. И даже в этой игре, в мягкости будет чувствоваться, ну, вот этот объем. Это такая вот потенциальная возможность объема звука. То есть это все здесь будет как бы присутствовать. Ну, вообще вот тоже не устаю это повторять. Все, что можно, все, что может бамбук, так сказать, дать, это проявляется именно в контакте. В контакте с ним. В контакте, и это включает в себя, ну, много чего включает. То есть это начиная от тактильного и от какого-то энергетического такого взаимодействия, непосредственно от игры, от тех настроений, состояний, от общего отношения. То есть это много от чего зависит. Вот. Это все живое, начиная с самого вот бамбука, даже хотел сказать материала, но здесь материал такое слово, да, то есть бамбук это живое, какой-то такой организм, живое существо, можно сказать, да, то есть вот он рос и перешел в другую такую специальную форму, в которой продолжает жить. То есть это великое чудо такое на самом деле. Вот. И, конечно, вот это взаимодействие с человеком, оно решает многое, да, многое, и как это будет звучать, как это будет восприниматься. Вот. Просто говорю это для того, чтобы те, кто, может быть, еще не думал в этом направлении, не ощущал, чтобы просто, ну, представили себе именно, что это так, а не как некий там. Иногда это видят как какой-то товар в магазине, да, или что-то такое. Нет, это не из этой области. Я, допустим, этим не занимаюсь таким. Для этого, опять-таки, ну, даже вот, так если отвлечься, вот Зентаку Интро, специальные ученические флейты существуют, бамбу, пластик, о них тоже я много рассказываю, но даже они делаются именно вот индивидуально, именно смысл такой, даже в самых простых. А уж в этих флейтах, ну, здесь сами даже подходы к флейте, вот когда этот процесс идет, это в определенные такое, в определенных состояниях, настроениях и так далее. Вот, все это не механически, как может показаться. То есть это не просто какой-то физический так труд, хотя его здесь тоже много вкладывается немало. Вот. Ну, собственно, вот такая флейта проявилась. И тоже, конечно, надеюсь, что она будет звучать, радовать своими вибрациями тех, кто будет ее слышать. Thank you.